Короче, чтобы вы не воспринимали все, что бы здесь ни происходило, будут какие-то печальные моменты, ну, будет неприятно, там девушка какая-то слилась, там что-то кто-то сказал, отвали, что-то еще, то есть вам больно, вам неприятно, то есть вы же понимаете, да, я хотел бы вам напомнить, что это ситуация, допустим. То есть сами по себе ситуации, они нейтральны. Вы с этим согласны, ребят? Ну, то есть вы же, наверное, где-то об этом читали. То есть умерла бабушка, кто-то, блядь, там бегает на себе волосы, рвет, печаль, все там, горе. А кто-то говорит, о, классно, блядь, наконец-то сдохла, квартира моя. Ну, то есть, по сути, ситуация одна и та же, вопрос отношения к этой ситуации. То есть ситуации сами по себе не окрашены ни в плюс, ни в минус, они нейтральны. Ни плюс, ни минус, то есть они никакие. Здесь идет... Ну, ваша автоматическая какая-то, очень автоматичная, очень быстрая оценка ситуации. То есть это мысли. Причем мысли автоматические и быстрые настолько, что вы их иногда даже не замечаете. То есть ситуация произошла, не знаю, чувак наступил вам на ногу. То есть, и это в зависимости от того, что у вас в голове, какой у вас настрой, как вы относитесь к жизни, как вы воспринимаете мир. Если у вас есть там какие-то траблы, то вы тут же за доли секунд, вы даже не успеете это почувствовать, вы почувствуете какой-то гнев, агрессию, негатив, расстройство, там, какую-то злость к нему. То есть здесь есть ваши мысли, которые и окрашивают эту ситуацию либо в плюс, либо в минус. То есть сами все ситуации, девушка сказала нет, девушка не дала телефон. Или там девушка наоборот дала. То есть как бы радоваться или грустить, это зависит только от того, как у вас в голове мыслительный процесс работает. И здесь уже получается ваша реакция. То есть здесь настроение, состояние, самочувствие, радость, нерадость, как вы себя после этого чувствуете. То есть не может сама по себе вот эта схема без вот этого звена вызвать у вас какой-то негатив. То есть не может вас расстроить то, что девушка вам отказала, у вас не получилось сделать какое-то задание, она не дала телефон, там вы расстались, все что угодно. Само по себе вот это никак не может повлиять на ваше самочувствие, сделать вас там грустненьким и каким-то еще. Здесь еще раз, здесь есть только мысли, которые очень быстро и автоматически работают. Поэтому если ну, вы эту ошибку совершаете, а вы ее совершаете зачастую, это первая ошибка так называемая, то есть вы ее совершаете автоматично. Потом происходит следующий... А я вообще к чему-то это говорил, к чему тут какой-то был этот... А, про заболел, да. Очень хорошая тема. То есть к тому, что здесь у многих из вас, не только у этого Алексея, то есть у вас будут происходить какие-то штуки. Нет-нет, ну не сегодня, завтра. Может, у кого-то там ему покажется, у меня болит горло, у меня сегодня вообще там разбитое состояние. Ваша задача за это не цепляться. Ваша задача сказать себе, это вполне нормально. Ну или там, я устал, блядь, у меня нервное истощение. Надо сказать себе... Это вполне нормально, потому что, ну, как бы, да, это стресс, я пришел на тренинг, я делаю херню, которую я никогда в жизни не делал, для меня это непривычно, для меня это страшно, некомфортно и так далее. И вполне естественно, что мое тело реагирует таким образом. Ну, тебе, как врачу, наверное, вообще это, ну, как бы, вижу, понятно. Ну, чувак, сделай с этим что-то, и самое главное тут, как написано у Владимира Леви, «Искусство быть собой», по-моему, эта книжка называется. То есть там надо вовремя, прям в самом раннем каком-то моменте, на самой ранней стадии принять решение, либо я заболею, либо нет, например, да. То есть он пишет, вот я принимаю решение, вот внутренне прям сел, успокоился, сам себе сказал, так, мне сейчас надо пройти тренинг, мне сейчас надо выдавить и выжить отсюда максимум, я принимаю для себя решение не заболеть. Вот все, просто поговори с собой, да, типа тело, я тебя понимаю. Ты сопротивляешься, я все понимаю, там, ну, как тело само по себе не может ничего делать, мозг сопротивляется, да, и он посылает в тело какие-то сигналы, мол, давай, горло, хуяк, он там сидит, еще за, голову, на пульт нажимает, да. Потом. Так сейчас, Марк? Нет? Там чуть-чуть. Да, и суть в чем, что получается, здесь надо это воспринимать так, что окей, я тебя понимаю, все нормально, болишь, правильно, сам бы на твоем месте заболел, такая хуйня, бегаем к девушкам, пристаем. Но сейчас нам с тобой нужно взять все за яйца и потерпеть, не болеть, я принимаю решение быть здоровым. И тогда, когда ты примешь это решение, есть все шансы, что ты не заболеешь, что сейчас у тебя оно поболит, ты внимание туда направлять перестанешь и все. Люди что делают, как вот и подьякон этот, да? Ну, я его так называю, потому что он похож на папа был. Вы его до этого не видели. То есть он начал туда обращать внимание, да, и вот, блядь, горло там, все такое, и, конечно же, оно еще сильнее заболело, он сказал, да, то есть он совершает вторую ошибку. Первая ошибка, она автоматична, эти мысли настолько быстрые,
что вы не успеваете за ними следить. То есть и нужно как бы не совершать хотя бы вторую. А вторая ошибка заключается в том, что вот эту вот свою уже реакцию, неважно, там психологическую, телесную, когда у меня начинает болеть горло, там ноги, жопа, вы начинаете трактовать как истину. Да? То есть вместо того, чтобы сказать, окей, я понимаю, что горло и все прочее, но это нормально, это естественно, вполне логично в этой ситуации, но мне нужно продолжать тренинг. Все. Вместо этого люди говорят, что ебать я болею, ой, как мне плохо, ой, мне еще хуже, а завтра будет еще хуже. Там, или, например, девушка меня послала. Ну, да, это нормально, что она меня послала, потому я расстроился, потому что, ну, неприятно. Конечно, кому будет приятно, если девушка нравится, и я учусь, я расстроился. Это вполне нормально. Все. Но если вы будете говорить, что не, это вообще пипец, если я буду так каждый раз реагировать, у меня тут инсульт случится, не-не-не. Я уже сегодня чувствую, у меня сердце колотится, так можно себя до стресса довести до больницы. Только стоит вам начать совершать эту вторую ошибку, ничего хорошего не будет. Ну, то есть, как бы вы и телом загнетесь, как бы, и не получите результат. И психологически вы себя очень сильно деморализуете. Поэтому, если уж нет возможности повлиять вот на это, потому что оно очень автоматично, влияйте на вот это, на реакцию. Горло заболело, хуйня. Таблетками закинулся, завязался, чаю выпил, все нормально, как-то сделал то, что необходимо, пошел. Девушка послала, расстроился, посидел 5 минут, порастраивался, говоришь, блядь, это хуйня. Это нормально, я учусь. То есть разговаривайте с собой, ребят. Здесь понятно, вот, что я хотел до вас донести. Поэтому, если у кого-то будет мысля, да, там, заболеть, еще что-то, вспоминайте про эту схему, да. Парни, всем здорово. Всем привет. Прежде чем вы продолжите смотреть это видео, у нас есть для вас охренительное объявление. Послушайте. Мы приглашаем вас на тренинг «Практика». Я уверен, ты уже просмотрел кучу видео, и ты как никто понимаешь, что нужно заниматься именно практикой. Ты можешь смотреть их бесконечное количество раз, но результат придет только после того, как ты начнешь действовать. Поэтому мы тебя приглашаем, ссылка в описании. Его расскажет, почему эта практика, уже 9-й наш поток, будет особенной. Да, ребята, он очень хорошо себя зарекомендовал, этот тренинг. Мы вообще фактически оставили его как флагманский. Во-первых, отличный повод начать сейчас, потому что девушки оголяются, девушки становятся еще красивее, весна, и я думаю, что ни один человек не останется равнодушным, и есть все шансы просто просрать очередное лето, да, провести его не так, как хочется. Лето – это пора отпусков, это пора поцелуев на природе, собственно, это то, зачем мы свидание, влюбление собрались. Да, и поэтому, ребята, ну это будет непростительно, если вы профакапите очередное лето. Это будут самые лучшие твои майские праздники. Да, для этого, собственно, мы сделали практику на майские праздники со 2 по 5 мая, для того, чтобы каждый человек с любого региона России мог приехать, чтобы ему не мешала его работа. И это вам, ребята, не шашлыки жарить на даче, потому что в целых 4 дня, плюс эта практика особенная, мы добавили туда целых полдня, это будет с утра до вечера, 4 дня практики, мы проведем с вами бок о бок. Я, Денис и Юра Сенцов, мы втроем, еще команда саппортов, будем вместе с вами подходить к самым красивым девушкам в Москве. Москва – это лучшее место для такого тренинга. Вот. И у вас еще есть возможность на него попасть. Ссылка под этим видео в описании. Оставляйте заявку, с вами свяжутся, проведут собеседование. И мы вас ждем на практике. Это будет всем быть самые крутые майские праздники. Только тебя. Все, пока, увидимся на практике. Это тоже офигенная информация, которую говорит Вова. Но в жизни зачастую все бывает намного проще. Вот этот чувак, он, я уверен, что там все намного проще у него, чем вот Вова сейчас рассказывал. Ну, который не пришел, да, то есть заболел и не пришел. Я уже вчера замечал за вами и регулярно это замечаю за собой. В жизни ваш результат зависит от вашего выбора. Только вы выбираете, делать это или не делать, делать какой-то поступок или не делать. И результат как раз зависит именно от этого. Он просто сегодня утром проснулся, и у него был выбор, идти или не идти. Вот какая разница, заболел он, не заболел. Он от того, что сейчас не пришел, он что, выздоровел от этого? Правильно, ну, навряд ли у него там сейчас прошло там все температуры, просто сидит и болеет дальше. То есть у него был выбор, например, болеть здесь. Он просыпается сегодня утром и выбирает не идти. Если бы он выбрал идти, он бы также продолжал болеть, но его бы мозг уже настраивался на оправдание
его деятельности, которую он делает. То есть он идет и оправдывает, его мозг оправдывает, почему он идет. Его бы мозг сам ему говорил, почему он идет. Ему бы не надо было строить вот всякие эти схемы. Мозг бы ему сам сказал, ты идешь, потому что ты сейчас можешь зайти в аптеку, ты сейчас купишь. Может быть, у тебя само пройдет. Даже если не пройдет, ты это справишься с этим. А если ты выбираешь остаться в постели или лежать, мозг тебе тоже абсолютно тебя оправдает, и мозг тоже тебе скажет, почему ты лежишь и почему это абсолютно логично. Почему ты это... Да, он выбрал. Если бы ему сейчас сказали, слушай, надо дойти до Неглинной 17, там $1 миллион лежит, забери его. Он бы такой... Да нет, болею, не пойду. Ну не было бы такого, понимаете? А самое крутое вот в вашей сейчас ситуации, что в этой сфере, в сфере с девушками, путь как раз намного короче до результата, чем до $1 миллиона. Никто вам не позвонит и не скажет, $1 миллион лежит, приди, забери. Там надо очень много действий сделать, чтобы это получилось. Но это тоже результат выбора. А в этой как раз сфере путь до результата намного короче. Ты реально выбираешь, я выбираю сейчас подойти к этой девушке, вчера уже были такие ситуации, нет, я не пойду, да она, наверное, не даст, иди, подходит, берет номер и все. Все, вот он уже результат. Потом просто сходит на свидание и будет секс. Вот уже минимальный результат уже есть. Короче, в этом тренинге и на всю жизнь самое главное запомните, что весь ваш результат зависит от вашего выбора. И он происходит буквально ежеминутно. Ты каждый раз выбираешь, прийти на тренинг или не прийти. Вы уже, кстати, на ступеньке, на которой 90% мужчин не доходят. Вы уже на этом тренинге, вы уже сделали выбор. Дальше остается совсем маленькие выборы. Подойти к девушке, взять у нее номер. Я похвалить, ребят, сейчас девочка, одна маленькая ремарка, что здесь, я вчера уже видел, и в каждом тренинге я вижу одно и то же, как типы по-жесткому себя обесценивают. Все нормальные. Ребята, да, сам факт, что вы сюда пришли, для меня это же очень о многом говорит, но вы реально, даже вот те, кому вчера, вот там кому-то из вас, вот там, тебе там, красивая девушка в первый же день, в первый же час дала телефон, там, ты там с ней стоишь долго, что-то еще там не уходишь, обнимаешь, не знаю, и то, я говорю, ну как, нормально, по-моему, тебе, я говорю, ну то, что так-то опять, блядь, то есть вы себя обесцениваете, то есть как должно было быть, да, чтобы было нормально, что она должна была там, это... А, кстати, да, сейчас пока не забыл. Да. То есть вы себя постоянно обесцениваете. Да. Порадуйтесь, чуваки, тому же скажите себе, я молодец, я прикольный чел, я вообще классный, потому что я приперся туда, куда меня отговаривали идти все мои друзья, блядь, потому что им не нужно, чтобы вы, вот, не дай бог, сейчас стали общаться не с жирными и стрёмными женщинами, да, там, а нашлись какую-то... Они же обзавидуются, понимаете? Там и все остальные об этом какого-то странного мнения. То есть вы сюда пришли, вы уже красавчики, ребят, да, Дэнч? Да, кстати, когда мы задаем такие вопросы, что, ну, ты подошел, познакомился, что произошло, как правило, начинают парни рассказывать, вот как она себя вела, что она сказала, что не сказала. А нам на самом деле это минимально интересно, и вам это должно быть минимально интересно. Самое главное, что вы сделали, нам вот это интересно. Мы хотим от вас услышать, да, я подошел, да, я сказал, что давай мне свой номер, и она дала. И, ребят, вы пришли сюда, значит, вы этот выбор сделали. Раз этот выбор сделали, значит, как понять вообще, сделал я выбор или нет? Получается, штука такая, если ничего не меняется, если действий нету, то, значит, по сути, вы можете сколько угодно сделать, что я выбрал вот это. Если действий нет, значит, нет выбора, ребят. У вас действия уже есть, вы здесь находитесь, вы сюда приперлись, причем половина из вас даже больше приехала из других городов и регионов, то есть не просто там с соседнего подъезда пришли. Вы потратили время, силы, деньги там и так далее, то есть, соответственно, уже есть действия, все. По поводу выбора, вы сейчас должны для себя просто выбрать быть прежним, ну или там оставаться прежним, там, и не быть прежним, ну то есть, соответственно, что-то другое сюда, какой-то, не знаю, там. Легко общаться с девушками. Легко общаться с девушками. ЛОСД. Легко. Лост. Стать лостом. Да. И, соответственно, что вы делаете? Либо вы вы сейчас что выбираете на данном этапе? Вот это. Дальше, ну, я думаю, смысла нет. Вы просто продолжаете делать то, что вы делали раньше. Те ваши прежние рутины, которые были. Если вы выбираете вот эту штуку, все, вы на каждом шагу начинаете это продвигать. Вы реально начинаете просто об этом думать. Даже если вы думать начнете об этом, уже будет какой-то результат. У вас обязательно будут спады какие-то. Раз там первый спад, вы что-то там просели.
Но если выбор сделан, по-честному сделан, вы все равно там проебетесь, не знаю, подепрессуете неделю, поболеете, устанете, раз, опять сюда. Опять какой-то спад, опять сюда. Но вы все равно будете, вы уже для себя решили, вы все равно будете вставать и вставать и вставать заново вот на эту проторенную дорожку. То есть и вы получите в конце концов этот результат. Его будет больше, 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 больше. То есть если вы не сделали выбор, ну тут говорить не о чем, да. Тут по поводу сделал и не сделал. Тут как раз надо зафиксировать свое внимание вам сейчас на слове «сделал». То есть вам важно именно сделать. Как вы это делаете? Просто многие начинают еще себя оценивать, там, достаточно хорошо быть, не быть прежним, они думают, что вот я сейчас должен стать там каким-то вообще кардинально другим. Сейчас, в эти 4 дня, вам надо просто делать. А мы вас уже подрегулируем, подскажем, как нужно, как, зачем так, почему. Приходите сюда, расслабляйте булки, ну, в том смысле, что примите как данность то, что это происходит. То есть это уже случилось, вы уже вписались, поэтому вам не надо здесь, блядь, где-то прятаться, вам не надо пытаться сделать на пол карася, просто, блядь, находитесь тут, находитесь рядом с нами, даже если вы будете находиться рядом с нами, просто физически, в любом случае, вот так вот я буду идти, подумаю, бля, а чуть мы ходим просто так, пойдем вон к той даме подойдем, ну, то есть я обычно так делаю. То есть для меня, чтобы я с вами как-то взаимодействовал, чтобы я вам помог, ну, и у них также только немножко свои какие-то эти способы. Для меня достаточно, чтобы я просто вас физически видел, как я делал и вчера, и сегодня, и завтра, и всегда буду делать. Я беру пару чуваков, говорю, пойдемте. Беру других пару чуваков, говорю, пойдемте. То есть и мы с каждым из вас позанимаемся. У нас были такие ребята, которые шли впереди вот так вот, и все быстрее, быстрее, с бодрой походкой. Где он, блин? Ты. Я тебя вчера на этом, на Никольской ловил, короче. Что-то вот идет, короче, а что идет, блин? Я говорю, подожди, на самом деле просто... Может быть, он идет, потому что ему мешает вот эта толпа, он не хочет с нами ничего общего иметь, потому что он понимает, что мы ему мешаем. И в принципе, может быть. Может быть, потому что он реально такой, так, все, я сейчас все сам сделал, может быть. Но лучше, раз уж ты сюда пришел, да, как бы, если есть возможность походить с тренерами, подходи к ним, то есть не отходи от них. Вот я тебя поймал, он пошел в этот, в кафе за девчонкой, единственное, она номер не дала, да? Дала. А, дала она номер? Ну вот, которая в этот, зашла в кафешку такая, темненькая. Я тебе про ту говорю. Ну, к тому, что, ребята, не исчезайте хотя бы. Пусть будет, как сказать, доказательством вашего выбора, что вы уже решили быть другим. Физическое присутствие здесь, ребят, это уже хорошая такая, ну, как сказать, хорошая часть. Не обязательно там делать все в одного, там, я должен сделать. Хоть что-то сделайте, ребят. Да. Я про спецназ. Мне сейчас слышно будет, скорее всего, да. Про вот это, то, что Вова все время для начальных тренингов пиарит. Денечка говорит. Говорит, что я ВДВшник. Тут вот в той ситуации, о которой говорил Вова, про то, что холодно, вы... Там, как ты говорил? Типа один... В общем, да, один человек будет истерить, а второй будет, ну, типа, мужественно с этим сражаться. На самом деле нет, я не буду просто сидеть и думать, нет, мне не холодно, все заебись. Я, скорее всего, сделаю какие-то шаги, чтобы было тепло. То есть у нас реально были такие ситуации, когда выходишь в поля, реально холодно, вообще нету никакой еды. Я помню, мы приезжаем там... Поля — это не в смысле с тёлками, а в смысле... Да, в армии поля — это... Ну это да, это не обязательно поля, это может быть лес, но это, короче, не постоянное место дислокации, то есть это может быть даже город. И там мы приезжаем, там есть уже отряд, который там двое суток сидит, и они реально ничего не ели. И они такие, мы там, блядь, пиздец, спецназовцы, мы, короче, без еды можем. Да вы долбоебы, а не спецназовцы. Мы приехали, в первый же день нашли там соседнее место, там была какая-то кафешка, мы просто договорились, чтобы у нас была еда бесплатно. Вот как делают... У нас будет еда? У нас не было оружия, да. Короче, вы уже на тренинге, вы уже все в одинаковой ситуации. Вы, опять же, делаете выбор. Просто походить, помучиться, либо да, помучиться, но подойти к девушке. Вам и так будет стресс, вы уже его получаете. Но получите, вы уже окунитесь уже с головой в этот стресс. Да, сука, мне страшно, да, я сейчас подойду. Там главное, там, хоть обосысь, но сделаю, вот есть такое. Вам уже в любом случае страшно, страшно всем. Ну, вы можете ходить вот так вот и трястись, либо можете подойти к девушке и трястись. Ну, вы понимаете, какой вариант все-таки лучше в итоге-то будет?
Если вы уже испытываете какие-то дискомфорт, ну испытываете его уже по полной. И потом он уйдет. Не надо вот сидеть и терпеть, понимаете? То есть смотрите, многие из вас подходят, но это так поначалу всегда бывает. Вот вы подошли, вам же страшно было, вы идете там. Так вы подходите, сейчас, погоди. Сделали что-то, привет, она прям такая стоит, улыбается, смотрит на вас, ну то есть и вы разворачиваетесь и уходите. Зачем было смысл подходить, терпеть этот стресс, да, если вам все равно было страшно, какая разница, так уж сделайте так чуть и так, подальше. Да. И я реально много раз замечаю, когда чувак уходит раньше времени, девушка поворачивается, думает, блядь, такой-то. Вчера такой был, кого-то... Такой прикольный чел. С тобой мы и потом мы этих парней ловим, мы их возвращаем. И по факту получается, что потом им еще и там номер дают и что-то ищут. То есть смысл был вообще какой терпеть этот стресс на пол карася. Ну как бы если уж... Еще раз, это то же самое, что если получается вы маленький ребенок. У меня, по-моему, в прошлой книжке такой пример есть. Ну как я себе это вижу. Не, короче, мы когда-то, я и мой двоюродный брат, спиздили у дяди Жигули девятку. Или 99-ка у него была, не помню. Ну, какая-то такая хрень. Он уехал, мы, короче... Называется, взяли до востребования. Да, взяли до востребования, пока его нет, и решили покататься. Вот, мы там слили бензин какой-то, где-то что-то заморочились. В итоге мы думали почему-то, что никто об этом не узнает, что об этом там узнала вся деревня, блядь. Но прикол был в том, что мы катались там, ну, минут, наверное, там 30-40, не больше, потому что нам было сыкотно, что, ну, вот... Если мы будем кататься 50 минут, там точно тогда нам дядя даст пизды, блядь. Вот где наша логика была? Он уже, в принципе, мы уже накосячили, мы уже могли попиздюлиться. То есть, и вот. Единственное, что дядя приехал только через 2 дня. Мы могли, блядь, сука, 2 суток на ней кататься, на этой машине. А мы покатались полчаса и как бы сдали тачку. О, блядь, полчаса. Ну, то есть мы воспользовались не на все 100%, а чуть-чуть. А в итоге последствия и ответственность так и так была. Ну, дядя нас пиздить не стал, но было так. Стрёмно, когда он шел, говорит, идите сюда, распиздяй, говорит, выходите, выходите. Ну, все, короче. Ну, да, так, тут... Если уж вы, блядь, своровали эту машину, не знаю, ну, блядь, оторвитесь там по полной, сбейте бабку, порвите ей сиську, не знаю, блядь, врежьтесь в забор. То есть, оторвитесь, чуваки, чтобы потом все равно уж пиздюлей получать, так хотя бы было за что, понимаете? Ну, а тут для вас еще будет сюрпризом, что так-то пиздюлей, оказывается, и не получается самое получить, интересное. Да? Девушки нормально реагируют, там, как минимум нормально, а некоторые даже и позитивно. Вообще офигели. Еще и улыбаются ходят. У кого был вчера момент, ребята, что какой-то взрыв мозга, что из серии, блядь, такое может быть, что типа, что так легко, или там, это я сделал. Ну, то есть, кому-то из вас вчера дали номер или отреагировали хорошо. У кого было такое, ребят? В чем это заключалось? Вот, ничто не предвещало беды, да? Она раз и улыбается. Как что-то. Это было? Играли на гитаре, она просто стояла, подошел, сказал привет, дотронулся, она, ну, развернула ее, говорю, классно танцуешь, она стояла, что-то там танцевала. И смотрю, у нее руки синие, она замерзла, говорю. Да и не дышит она уже. Говорю, ты синяя девочка, пойдем с тобой, ну, пойдем пообщаемся, ну, зайдем куда-нибудь в теплое место, выпьем кофе. Она... Ну, вообще, ну, то есть, без сопротивления, без ничего. Говорит, да, пойдем. А у тебя не было ощущения, что, ну, блядь, где подвох-то, точно, что они договорились, Шамшурин дал ей 500 рублей, блядь. Ну, и просто зашли, попили кофе, пообщались, и она говорит, я здесь просто бегала, ну, спортсменка туда-сюда, и ну, взял телефон, и договорились... Созвониться. Ну круто. Ну а что было приятной неожиданностью, что она без так легко пошла с тобой? Без, да? Без никакого сопротивления, без никаких. Почему это может быть такое? Ну, наверное, это нормально. Я думал, ты сейчас скажешь, ну потому что она там такая. То есть я хочу, чтобы вы в этот момент понимали, что может быть потому, что вы нормальные чуваки сами по себе, и некоторым из вас просто надо начать хотя бы делать шаги. Женщины не будут сами на вас накидываться. Иногда нужно просто понять, что, блядь, дай-ка я пойду попробую. Чувак, молодец.